Июнь – время заготовки кормов для животных. В агрофирме «Прогресс» кипит работа. Здесь необходимо убрать почти 700 гектаров засеянных трав для сена и сенажа. В поля вышла вся специализированная техника. Одни трактора косят траву, другие ворошат, чтобы сено быстрее просохло. А как только оно подходит до нужной кондиции, его скручивают в рулон и закрепляют сеткой. На данном поле второго отделения станицы Владимировской здесь у нас семенные участки злаковых трав, 4 культуры, 80 гектар. Провели осветление первое, чтобы молодая трава набирала сил. И, соответственно, то, что скосили, подсохло до 15-18% влажности, и приняли решение мы убрать на сено. В «Прогрессе» занимаются местным скотоводством и коневодством. Для рациона коров и лошадей хозяйству требуется около 1500 тонн сена. На сегодняшний день у нас на порядка 400 голов крупного рогатого скота. На сегодняшний день уже мы имеем 300 телят от этого поголовья. Планируем выходить на 350 телят. Соответственно, для них заготавливаем и сенаж, и сено. И также мы развиваем мясное коневодство, для которого тоже требуется заготовка кормов, что мы и делаем. Параллельно с заготовкой сена в агрофирме косят люцерну для сенажа. Для полноценного развития крупнорогатого скота этот зеленый корм необходим. В хозяйстве применяют новую технологию заготовки. Во многих сельхозпредприятиях сенаж заготавливают в специальные ямы. Здесь же зеленую массу собирают в рулону и сразу запаковывают в пленку. Так лучше сохраняется качество корма, говорят специалисты. В одном таком пакете порядка 600 килограммов готового сенажа. Если мы говорим о яме, то получается, что, во-первых, в яме большой процент угара, потому что снять невозможно весь объем в яме, потому что в яме хранится порядка 2000 тонн в стандартных ямах. Невозможно весь этот объем вовремя заложить, вовремя заготовить, поэтому качество сенажа всегда традиционно страдало. А в таких условиях каждый рулон он индивидуален, вовремя в определенное время все заготавливается, и поэтому каждый рулон он там наиболее эффективно используется, и там не происходит порчи силоса и сенажа. В «Прогрессе» сейчас проводят первый укос травы, следующий этап заготовки грубых кормов уже в августе. Наталья Литвиненко, Георгий Сопов, телекомпания «Алаба».